священник, который просил крещения, хотя мы знаем, что в роке он крестил людей водой, но Иоанн Креститель сказал, что сейчас это, то облако, где был глаз, голос Бога Отца, где сказал, что это есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое есть благоволение. И сам Христос, то есть Сын Божий, который крестился, и также над этим, над крещением появился голубь, то есть Дух Святой. Это означает, что в этом участии, то есть вся была полнота всего Святой Троицы. Конечно же, в этот день есть и традиция, что люди, которые помнят этот праздник, почитают этот праздник, делают ту традицию, как Господь тогда крестил, показал нам пример. Сегодня люди сейчас в честь этого праздника хотят окунуться в воды Иорданские, и чтобы для того, чтобы именно приблизиться ко Христу, тем моментом, который Господь сам в это время чувствовал, чтобы людям это тоже вселенная Господин примар заходит, три раза спокойненько. Сергеевич, бряк, кирай, и пир, значит, мы можем. Ваш классник, да? Телевидение должно с этой стороны снимать, когда человек крестится. Давайте с этой стороны. Вот АТВ отлично снимает, правильно. Не рекомендуйте, ребята, телевидение сюда. Пожалуйста, Сергей. Вот так. После голодного никогда не бывает голодного человека. Этот праздник у нас, спасибо организаторам, что наши люди именно веруют, приходят на такие праздники, потому что это наша история. За тысячелетия наши прародители привезли нам, то есть сохранили эти обычаи, обряды, сохранили именно своей любовью, своей верой. Поэтому мы сегодня здесь, спасибо Георгию Юрьевичу, они каждый год организовать. Даже как кто-то пошутил, что следующий год будут организовать Приморье. Но мы сказал, нет, мы вместе будем организовать, вот как сегодня. Поэтому за хороший праздник, что у нас есть. Всех поздравляем с этим. Евгений, просьба, расширенное интервью, когда один. Да, спасибо. Сейчас я... Старайтесь от трапа далеко не уходить. Сегодня кто зайдет, не может забрать. Молодец, Павел.